Друзья, всех приветствую на этом YouTube-канале. Это сводка биткоина. В этой рубрике мы будем пару раз в неделю рассматривать основные криптовалюты, такие как эфириум, биткоин, рассматривать, как их торговать сейчас, чтобы получать максимальный профит. Давайте приступим. Сегодня у нас на повестке дня биткоин. Положение достаточно печальное. Мы падаем, начиная с 5 октября, то есть уже 7 дней мы стабильно падаем. И давайте все-таки сейчас прочертим уровни и поймем, нашли ли мы то самое дно, как многие говорят. Так, основной уровень это 18300. Далее у нас идет уровень как раз-таки отскока, вот он, который мы сейчас пытаемся отскочить. Это 19000. В принципе, нам больше никакие уровни не нужны, чтобы сейчас понять, будет ли у нас отскок. Открываем более конкретный таймфрейм. Также мы можем что здесь прочертить правильно? Трендовую линию. Сейчас я вам дам ее. Вот наша трендовая линия. То есть мы видим, что два фактора сошлись. Понимаете, трендовая линия можно и так ее прочертить. То есть это такое дело достаточно сугубо индивидуальное. И условно, если фигура выходит вот так, это не считается, что она вышла за трендовую линию. Потому что трендовая линия прочерчивается сугубо из соображений трейдера, соответственно. Так вот, у нас сошлись два фактора. Первый – это сильная зона поддержки, то есть область поддержки, линия поддержки. Вот эта зона, то есть 19 тысяч, которую мы уже провели. Почему мы еще раз давайте закрепим ее провели? Потому что цена много раз от нее отскакивала. Вот раз отскок, два отскок, три отскок, сейчас готовится четвертый отскок. То есть из этого мы можем сделать вывод, что уровень 19 тысяч является достаточно сильным, и биткоин вполне может отскочить от этого уровня. Давайте откроем более мелкий таймфрейм, допустим, часовой. Сразу же видно у нас фигура технического анализа, а именно тройное дно. Раз мы пришли к уровню, два мы пришли к уровню, три мы пришли к уровню, и сейчас готовится выход. Давайте я проведу вам уровень захода, то есть вот этот тут уровень, по которому можно заходить в эту позицию, уровень, точнее, сопротивления на текущий момент. Я сейчас еще вам быстренько расскажу, как отрабатывается эта фигура и как торговать так, чтобы забрать с нее профит. Цена идет, приходит к сильному уровню поддержки, в нашем случае это 19 тысяч, поднимается до какого-то сопротивления локального, это 19150 в нашем случае, опять к уровню поддержки, тому же уровню, опять сопротивление, поддержка и потом выход на уровень сопротивления, то есть 19150. Дальше какая может быть отработка? У нас два пути отработки. Первый, если мы не сможем пробить этот уровень, сейчас мы как раз таки находимся на подходе, сейчас нужно максимально наблюдать за ситуацией. Первый вариант. У нас продолжается вот такое вот движение внутри этого промежутка цен от 19 до 19150. Такой вариант рассматривается, если мы не сможем перескочить этот уровень. Второй вариант, это если мы все-таки сможем пробить уровень 19150, мы совершаем ретест этого уровня, то есть выходим наверх, далее совершаем ретест уровня и дальше уже движемся наверх к нашим целям. Где заходить в эту позицию, как отторговывать? Заходить здесь не вариант, потому что, как я и говорил, мы можем опять начать вот так вот гулять, и вы просто заморочите свои средства. То есть в лучшем случае вы уйдете в без убыток. Вариант заходить здесь, да, потому что здесь уже отскок от этого уровня более вероятен, потому что он уже пробит, это, считай, просто подтверждение того, что уровень сопротивления на данный момент сменился на уровень поддержки. Это зафиксировали. То есть заходить нам нужно здесь, ставим стоп-лосс примерно на вот этом уровне, да, то есть на уровне 19, давайте я цвет изменю, чтобы вам было понятно, красный цвет, вот, 18920 здесь у нас стоит стоп-лосс, и давайте посмотрим, до каких целей мы можем двигаться глобально. Глобально мы можем идти вплоть до уровня 20 тысяч. Take-profit стоит у нас на уровне 20 тысяч первый, второй take-profit будет стоять вот на этом уровне, тоже видим тут сильное сопротивление, 19970, и первый take-profit, по которому мы заберем прибыль, это будет 19560. Еще раз давайте, как мы отторговываем? Мы пробиваем этот уровень, делаем проверку его, здесь заходим в позицию, дальше преодолеваем первый take-profit. На первом take-profit что мы делаем? Мы переносим стоп-лосс, который вот у нас здесь, мы переносим его в безубыток, то есть наверх. В случае, если цена пойдет вниз, не в нашу сторону, мы закрываемся в безубыток. То есть мы ничего не потеряли и здесь даже фиксируем прибыль. Так, окей, отлично, мы зафиксировали эту прибыль, потом идем на следующий, фиксируем, переносим стоп-лосс, опять-таки, уже за этот уровень. И третий раз мы фиксируем и уже закрываем полностью позицию в большой плюс. Все, так отторговываем биткоин сейчас. Друзья,
торгуем вместе со мной, забираем прибыль. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей криптокоманды, которая выкладывает туда новостные посты и втягивает вас в мир криптовалюты. Всем удачи, всем хорошего дня, торгуйте с прибылью. Всем пока.